Добрый день. Мы рады видеть вас на Мастера сада ФЭС-2002. Представьтесь, пожалуйста. Наталья Николаева. Подскажите, пожалуйста, Наталья, с какого вы города к нам приехали и чем вы занимаетесь? Московская область, город Павловский Посад. Я садовод-любитель, домохозяйка. Замечательно. Но у садовода-любителя, наверное, есть какие-то любимые растения. Вот какие сегодня темы вы приехали к нам послушать? Я приехала увидеть блогера Ларису Кочевалову. И очень хочу, чтобы в моем саду было столько красивых роз, как и у нее в саду. Я думаю, так и будет. Мне кажется, у вас такая, знаете, зеленая классная энергетика и такая вот любовь к растениям, вот она сразу чувствуется. Но вам удалось с ней пообщаться, вы задали вопросы? Да, только что она выступала как спикер, проговорила многие вопросы, мы подписали книжечку с ней, так что я очень рада этой встрече. Скажите, если вы приедете, а мы так надеемся, на Мастера сада ФЭС-2023, что бы вы хотели увидеть у нас? Сложно сказать. Ну, наверное, какие-то приспособления для сада, может быть, больше инструментов именно по обработке растений. Вот в этом вот, как-то мне вот этого не хватило здесь, чтобы вот что, все, что вот, чем можно снабдить сад, кроме растений. Молодец, я поняла. Речь о сопутствующих товарах, непосредственно именно какие-то декоративные материалы, да. Угу. Угу. Хорошо. Скажите ваши пожелания, может быть, садоводам-любителям. Бросайте работу, идите все в сад. Какая молодец, это здорово. Спасибо вам большое.